А теперь мы давайте внимательно смотрим на Аблязина. Тот, который, как бы мы все считали, почти отняли у него золотую медаль на Олимпийских. Помнишь ситуацию на Олимпийских с прыжком? Он там здорово прыгнул. Да, мог бы золото взять, конечно. Ну, какие-то там такие регламенты, казусы. Отдали предпочтение конкуренту. Ну, хорошо. Молодец. Двойное сальто. А, молодец. Они по цене одинаковые, наверное. Тот вперед с поворотом на горный сделал, а это согнувшись. Да, совершенно точно. Совершенно ну, точно. Молодец. Все-таки это надо суметь тоже сосредоточиться. Здесь вот интересно.